готовим встречать наших девчонок. Алиса Николаевна ее зовут. Дочка моя родилась. Кило 620, рост 45 сантиметров. Мать там все на нервах уже. Домой хочет. Наталья вела 6 лет назад репортаж, а мы выписывали нашу девочку. Она давала клятву, что она будет следить за девочкой. А теперь ее своя девочка. Да не, она не похожа, на папу. Как не да. Похожа? Это прыщик сегодня выскочил. Видишь, меня тоже прыщи, наш меня все. Уже больше 2 килограмм. Мы молодцы. Очень такие странные чувства. Я так боюсь ее на самом деле. Что что-то не так сделано. Я очень рада, что она у меня есть. Такая вон крошечка. Не знаю, такие провокационные вопросы. Я еще от первого не отошла. Не знаю. А вдруг она это на папу похожа? Обидно будет тогда.